समिग्रह सेसाम हेतु पंथा संताप वर्जित अनवाप्त समम पूर्वे जेनो संत प्रतस्थिरे महाजनो जेनो गतो सपंथा। गौरी गोष्ठीपति श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद so-called disciple that you are going to leave Srauta Pantha. Шрила Прабхупада в одном из писем он отругал одного из своих учеников, который оставил Шраута Пантху и пошел каким-то собственным путем. И он говорит, чем же я могу помочь тебе, что я могу сделать для тебя. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупада сказал, что в одном письме он писал одному так называемому преданному, он ругал его за то, что он собирался оставить или уже оставил Шраута Пантху и живет какой-то своей независимой жизнью, и что же можно сделать для него. Естественно, что он встретится с какими-то проблемами. И вот в этой шлоке говорится, Шрила Прабхупад сказал, что Бхактивинода-дхара, она никогда не прекратится, никто не может остановить Бхактивинода-дхару, так или иначе. Бхактивинода-дхара, она течет. И хотя очень скрыто, может быть, ситуация меняется. И день за днем мы теряем нашу веру в Гуру Варго, но все же никто не может остановить Бхактивинода-дхару. Бхактивинода-дхара, она течет, может, скрыто в сердцах каких-то чистых преданных, но никто не может остановить Бхактивинода-дхару. Что такое Бхактивинода-дхара? И вот Бхактивинода-дхара значит Мадхва Гаудия Сампрадая Дара. И вот это то же самое. И вот Бхактивинода Такура говорит, что те, кто не верит, что у нас есть связь с Мадхвачарьей, Шрила Бхактивинода Такура говорит, что те, кто не верят, что у нас есть связь с Мадхвачарьей, и они хотят какое-то иметь отдельное мнение, они Кали Гупта Чоры, они подобные шпионам Кали. И вот они хотят какие-то проблемы создать, отделиться какое-то другое направление, и Шрила Бхактивинода Такура говорит, что те, кто не следует Мадхвачарье, то они подобны шпионам Майя. И вот Бхакти Расамрита Санту Синду Шрила Бхактивинода Такура говорит, на самом деле, нам не нужно думать о Сиддханте, и Шрила Прабхупад говорит, это не какая-то гимнастика, что мы можем что-то сделать, чтобы тренироваться, сделать какую-то зарядку с помощью изучения шастра или жонглировать какими-то словами. Это не наша цель. Мы должны следовать Шраута Пантхе. Шрила Бхактивинода Такура в Амная Татве и вот в эту шлоку мы будем обсуждать сегодня. У нас есть прямая связь с Мадхвачарьей. Кто-то говорит, почему. Шри Чайтанья Махапрабху Парад Паракелешва, Верховный Господь. У нас есть прямая связь с Верховным Господом. И почему бы не сказать, что у нас есть отдельная связь с Махапрабху?
можно было бы сказать, что мы Гаудия Сампрадая, отдельно Сампрадая, у нас нет никакой связи с Мадхва Сампрадая, а есть только связь с Махапрабху. Но почему мы не говорим так, а кто-то утверждает? И вот суть в том, чтобы начать новую Сампрадаю, это не обязанность Верховного Господа. Чтобы начинать новые сампрадаи, мы знаем, что есть четыре авторитетных вайшнавских сампрадаи, они уже есть. Я могу о них говорить завтра, их сравнивать друг с другом. И вот у нас уже есть четыре авторитетных вайшнавских сампрадаи, которые одобрены в шастрах, Падмапуране и прочих. И вот они говорят, что мы, Нимбарка Сампрадая, например, Вишну с вами Сампрадая, Рамануджа Сампрадая и Мадва Сампрадая, вот эти четыре Сампрадая, они четыре авторитетных вайшнавских Сампрадая, и если мы хотим обрести силу через наши... через эту наставническую преемственность, мы должны зависеть от какой-либо из сампрадай. Например, если мы не заинтересованы в Мадхва Сампрадай, то должны принять прибежище в Рамануджа Сампрадай или в какой-то другой. И так четыре сампрадая уже есть. И вот в этой шлоке говорится, кто-то вот спрашивает, совершает баджан, но не могут силу обрести. Почему? И вот кто-то может спрашивать, почему вы Гаудия Сампрадая, почему вы говорите, что те, кто не, у кого нету связи с Гаурангой Махапрабху, они не могут обрести Шри Кришну, Верховного Господа полностью. И причина за этим такова, что они начали, и вот, смотрите, во времена Биламангала Такура Сачитани Махапрабху не был в этом мире, еще ничего не явился, но вот не было его в этом мире. Когда Биламангала Такура был в этом мире, он был за... до явления Махапрабху. Хотя Махапрабху он и существовал, но в этом мире еще не явился. И вот Махапрабху явился в 1407 году эры Гаурабды. И вот хотя говорится, что Шри Чайтанья Махапрабху он не присутствовал в этом мире физически, и Биламангала Такура не совершал баджан Гауранги Махапрабху, но как он достиг успеха в своем баджане, он родился за 700 лет до явления Махапрабху, но он так или иначе совершал свой баджан, помнил, памятовал лилы Господа, и как это возможно было для него, и как для Мадхвачари было возможно, что он стал полон уникальной премы. И вот наша Гуранга говорит, да, очень хороший вопрос, но вы не знаете, хотя Гуранга Махапрабху еще не явился в то время, но все же явление Гуранги было в их сердце. И хотя Гуранга еще не явился, в то время мы не можем найти, и Бхактина Такур Шрила Прабхупад говорит, все же Гуа Вирбав, он был в их сердцах. Почему и какого доказательства не, если Махапрабху не явился, это невозможно, в истории нет никаких примеров, чтобы кто-то достиг такой премы без помощи Махапрабху. И вот Гора Авирбав, он не был прямо в этом мире, но все же он был внутри сердец этих великих преданных, таких как Биламангала Такур или Мадхвачари. Он уже явился в их сердце. И доказательство того, что такую уникальную, эксклюзивную прему, ее возможно обрести только когда мы обретем милость, полную милость Гауранги, никто не может доказать. И вот
четыре сампрадая. Без связи с этими четырьмя сампрадаями мы не можем обрести татва гену. И из этого Мадва сампрадая, она выше всех, выше этих четырех сампрадай. Почему мы так говорим? Те, кто следует своей сампрадай, они могут обидеться или разгневаться даже. Но суть в том, что это не вопрос спора. Почему Мадва сампрадая, она выше этих четырех сампрадай? Я могу завтра об этом рассказать. Просто причина такова, что в Мадва Сампрадае Сачидананда Виграха, они любят Сачидананду Виграху таким образом, и Брахмануджа Сампрадае, Шакти Сиданта, все четыре Сампрадае, их Шичитани Махапрабху взял лучшие всех этих Сампрадае и представил полную картину. И эти четыре сампрадаи, они представляют Дживу, Джагат, Бхагаван, Майю. И вот даже в Шанках сампрадаи, в этой Майаваде сампрадаи, и все они ачарьи, они вот с этими татвами имеют дело, вот с джива татвой, с майя татвой, с джагатом, с миром, с Верховным Господом и со всем остальным. Они описывают, видят эту татву со своей стороны, и у них немного различное мнение у каждого. Поскольку я уже сказал, что Верховная Абсолютная Татва – это нечто такое, что если смотреть с одной стороны, мы видим одно, с другой стороны видим другое, с третьей стороны она по-другому открывается нам. И таким образом, это естественно, как я обычно привожу примеры. Алмаза, если этот бриллиант, посмотреть с одной стороны, он здесь зеленым светится, если чуть отойти в сторону, он желтым светится, и человек, который стоит с другой стороны, утверждает, что он красный, отражение света красное, и вот таким образом он, все эти цвета из него исходят, и все они вправо, каждый со своей стороны, они говорят согласно своему положению, говорят то, что видят. Но если мы будем говорить эту всю общую татву, что мы поймем, что Махапрабху, он Верховный Господь, и когда какая-то новая сампрадая начинается, это должно быть одобрено Верховным Господом. Это очень важно. Если вообще какая-то новая сампрадая, она начинается в этом мире, то это авторитетная сампрадая, когда она одобрена Верховным Господом, а если она не одобрена, то будьте уверены, это не авторитетная сампрадая, как Шанка сампрадая. Дайтават. Рамануджачарья, Васишта, Дайтават, Мадвачарья. Шуда, Дайтавада. Вишну с вами Шуда Адвайтавад и Нимбаркачарья Адвайта Адвайтавад и Шанкар Сампрадая Адвайтавад. Это различные точки зрения на эту татва Сиданту, но когда Чайтанья Махапрабху явился в этом мире, то тогда Верховный Господь, он хотел привести в гармонию все эти сампрадаи. У каждого была своя точка зрения, и Шри Чайтанья Махапрабху хотел
привести их всех в гармонию. И вот из четырех сампрадая все, он это все собрал и привел в гармонию. И вот если какой-то пандит или кто-то, у кого есть какая-то вот как пример в нашей Гауди Сампрадае, те, кто когда-то приняли прибежище у Шрилы Прабхупады, потом оставили его, потом они писали какие-то книги, не упоминая Сиддханту Шрилы Прабхупады и Гауди Матха, даже кто-то из них хотел оскорбить Шрилу Прабхупаду, и таким образом баджан, он очень, путь баджана как это сказать, очень такой чувствительный, опасен, в любой момент мы можем потерять путь, и никогда не нужно показывать свое ложное эго, никогда майя, она может скинуть нас с пути баджана, как это возможно для таких личностей, как, про которых Шрила Прабхупад говорил, что вот наш этот редактор Гауди, он скажет что-то на эту тему, и мы должны слушать. Шрила Прабхупад сам представлял таких спикеров публики. Потом, когда он закончил говорить, Шрила Прабхупад, он опять говорил, что так, как этот преданный представил эту татву, это настолько научно, и ты должен рождаться сотни раз в этом мире, чтобы таким прекрасным образом объяснять эту татву. Это твое служение. Шрила Прабхупад был очень доволен этим человеками, как этот человек в дальнейшем. Я не могу понять, что случилось, что он оставил Шрилу Прабхупаду. Кто может оставить Шрилу Прабхупаду? Это разве возможно? Даже полубоги Риши Муни, кто может оставить Шрилу Прабхупаду, если они придут к Шриле Прабхупаде, они, их голова, она автоматически склонится перед ним. И вот они какую-то новую сиддханту начали сочинять. Они хотели доказать, что мы, у нас нет связи с Мадхвачари. Они писали об этом. Тот человек, который получил милость Шрилы Прабхупады, так прекрасно писал, так научно, по милости Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханта Сарасвати настолько прекрасно представлял наш даршан. И этот человек, когда он оставил Шрилу Прабхупаду, он выступал против Гауди Матха и писал все наоборот. Полностью противоположное. Он свою сиддханту даже он оспаривал, свои собственные суждения и такова плачевная ситуация. И вот они все хотели описать какую-то сиддханту, хотели доказать, что у нас нет связи вообще с Мадхвачари. А почему? Они говорят, что это Баладев Видьябушан, кто был в этой связи, и после этого он был побежден каким-то Дамодаром Симананда Паривара. И вот он был побежден, очень был впечатлен и принял прибежище у того саду. И с того времени он находился в нашей линии Гауди. И вот они хотят доказать, что у нас нет связи с Мадхвачари. И это Баладев Видьябушан, который хотел сделать связь с Мадхвачари и с Гауди Сампрадая. Нет, это не так. Почему в Парикрамаканде можно найти, что четыре различных ачарья, не только четыре, даже Шанкарачарья был здесь, в Навадвипдхаме, в вечной даме Галока, которая не отлична от Галока Вриндавана. И вот когда Шанкарачарья пришел к Махапрабху, явился и сказал, они совершают баджан здесь, Шанкарачарья совершает баджан.
Он сказал, что это не твое место, уходи. Твоя татва Сиддханта, она не может находиться здесь. Ты хотя ты пришел по моему указанию в этот материальный мир, поскольку Верховный Господь дал указание Шанкарачарье. Шанкар говорит, те демоны, вы должны пойти в этот материальный мир, это моя просьба. Я не дарую чистую преданность бхакти им. Это твоя обязанность, идите и пытайтесь скрыть чистую преданность и проповедуйте майаваду. Не пытайтесь проявить чистое бхакти, пытайтесь скрыть меня, чтобы эти демоны они не узнали ничего обо мне. И вот Шанкарачарья явился и таким образом проповедовал майаваду, и для, ни для какого пандита практически невозможно разрушить эту майаваду, только чистые преданные, они могут переспорить, разрубить эту майаваду на маленькие кусочки, подобно пыли. Они могут, такие чистые преданные, доказать, что этот, те майавадяне глупы и по большому счету выступают против своей собственной сиддханты. И вот эти майвади утверждают, что нету никакого мира, есть только сон. Но это не так. И вот таким образом они также цитируют какие-то сутры из Чайтанья Чайтамрита. Они говорят, что Махапрабху, когда что-то обсуждал с Таттвавади Гуру в Питхе Мадвачари в Удупе, и там Махапрабху, обсуждая, он сказал им, что я хочу узнать татву, Вишудха татву, можете ли вы мне сказать, они начали говорить, и после этого Махапрабху, он сказал, что вы хотите обмануть меня. Смотрите, если вы видите, что майвади саньяси, и вы хотите скрыть эту татву от меня. Так смиренно он попросил. И Махапрабху был настолько смирен, что им стало стыдно. И вот там говорится, когда Махапрабху спорил с ним, и после этого они начали говорить перед Махапрабху: «О, саньяси, что вы говорите, это действительно так». Но согласно указанию Мадвачарья, мы следуем так, и в этом проблема. Это не значит, что это указание Мадвачарья. Смотрите, что я хочу сказать. Подобно тому, как те, кто следует Шанкарачарье, они внешне следуют майаваде Шанкарачарье, они не следуют сердцу Шанкарачарье. Я могу привести свидетельства из различных произведений Шанкарачарье, как он прекрасно описывает Вриндаван Лилу Расататву. Это очень прекрасно. И невозможно поверить, что это Шанкарачарья написал, но эти люди следуют майявада татве Шанкарачарья, они не следуют сердцу Шанкарачарья. Иначе почему Шанкарачарья так прекрасно писал лилы Господа и написал этот знаменитый стих Бхаджа-говиндам? И вот Шанкарачарья говорит так, Шанкарачарья в итоге дает совет. Это наша наивысшая цель, как Мадхусудан
Сарасвати Пад, который Шанкара Сампрадай, он лучший из... Он после Шанкарачарьи второй человек в их Сампрадай, таких великих философов никогда не было, он из Фаридпура происходил. Он стал величайшим майявади, настолько великим, что он написал такие вот... книгу Адвайта Сиддхи, которая вот такой толщины, это больше, чем какой-то словарь даже. И в каждой строке он такие аргументы приводил, что никто не мог их опровергнуть. И этот Мадхусудан Сарасвати, я не знаю, что, как, какова сила Гауранги Махапрабху, что он вынужден пришел прийти к Навадвип и здесь ходил по духу сумасшедшему и взывал к именам Гауранги. Он принимал омовение в Ганге, и он, этот Мадхусудан Сарасвати, он вынужден был написать прекрасную Бхакти Расаяну, такую книгу. В итоге, перед тем, как оставить свое тело, но перед этим он написал Адвайта Сиддхи вот в этой майяваде. И этот Мадхусудан Сарасвати Пад, что говорить о Шанкарачаре, я могу привести тысячи доказательств о том, как Шанкарачарья, он любил Кришну и его лилы. Но он вынужден был представлять учение майявады, и это в то время это было, если бы Шанкарачарья, ну это была временная программа майявады, поскольку буддисты заполонили Индию, и чтобы их как-то дурачить, нужно было майяваду проповедовать. И вот когда Мадхусудан Сарасвати Пад в возрасте около 98 лет оставлял свое тело, когда ученики спросили его: «О, Гурудев, перед тем, как вы оставите тело, мы хотим услышать нечто важное. И вот перед тем, как оставить свое тело, можете ли вы сказать нам нечто важное, то, что вы чувствуете, поскольку так долго вы пишете все эти Адвайта Сиддхи и прочие книги, но мы чувствуем, что вы поменялись. И поэтому просим вас, скажите нам свое наивысшее наставление, что вы чувствуете, что нужно нам делать». И Мадхусудан Сарасвати Пад, что ответил перед тем, как оставить тело. И вот этот Мадхусудан Сарасвати, его наивысшие последние слова, они так и были таковы. И вот все майявади, они одурачены. Они не могли понять сердце Шанкарачарьи. И здесь также я вынужден сказать, те, кто следует Гауранги Махапрабху, и многие, которые заявляют о себе, что они следуют Гауранги Махапрабху, что находится в Гауди Сампрадае, но все тилы, кималы и все остальное. Но не вот люди могут говорить о себе как о последователях Шри Чайтаньи Махапрабху, но кто будет спорить с ними? Как в Навадвип можно посмотреть, там полно сахаджи, и в Пури также. Они все говорят, пытаются доказать, что они следуют Шри Чайтаньи Махапрабху, но следуют ли они по-настоящему? Я, сидя на Вьясасане, прикасаясь к Бхагавату, могу с полной уверенностью сказать, что никто из них не следует Шри Чайтаньи Махапрабху, а делают все наоборот. И таким образом, кто-то может говорить о себе как о Гаузе преданном. Конечно, говорить он может, но являться на самом деле это совершенно разное.
И вот наша Гауди Гавага дает такой пример. Знание через парампару, оно иногда искажается. Вот как здесь, например, они не могли понять настроение Мадхвачари, что хотел сказать Мадхвачари, они не поняли и решили что-то другое. И этот Мадхвачари, вот в этом киртане, посвященном Гуру Варге, там упоминается имя Мадхвачари. У нас в нашей сампрадае есть связь с Брахмой, а в Гуда сампрадае с Рудры, в Шри сампрадае с Лакшми, в Дугу сампрадае с Чатушванами. И вот наша Мадхвачари, она имеет связь с Брахмой. Когда Брахма, он получил посвящение от Верховного Господа. Брахма Самхити уже описывается, Двиджа Самскара. И не только это, Гаятри, Кама Гаятри, все прочее дано. И вот Ашта Дасакшара мантра, она в нашей сампрадае появилась. И вот эту мантру он получил, Махапрабху получил от Ишвара Парипада, она практически такая же. И наша связь, она через Адвайта Гасая, поскольку Мадхвачари, он Мадхвинда Пурипад, и от него у нас есть связь с Адвайта Гасаем. И так мы много споров шло на эту тему, но потом выяснилось, что мы Адвайта Гасай имеет с ним связь, и так или иначе. Когда они пытались доказать, что у нас нет связи с Мадхвачари, и единственное свидетельство, то, что и вот Махапрабху сказал, Тамар Сампрадай, это что значит? Мадхвачарья, когда он пришел сюда, в Навадвипдхаму, Махапрабху обещал ему, что я приму твою сампрадаю. Хотя в то время Махапрабху еще не явился, когда он обещал ему, когда Мадхвачарья был здесь, и Махапрабху обещал, что он примет его сампрадаю. И вот перед Мадхвачарьей Махапрабху сказал, что будьте уверены, в эту Кали-югу я приму твою сампрадаю, поскольку в твоей сампрадае наблюдается наивысшая любовь к Сачидананда Виграхе и служению ей. Весь юг Махапрабху, когда путешествовал там, но там говорится, Махапрабху говорит, нигде он не мог найти никакой связи с Кришной. В Сачитане Чайтамрите говорится, Махапрабху свое, выражает свое сожаление, что нигде нет связи с Кришной, только в Удупи. Когда он пришел, он увидел Гопала. И таким образом Махапрабху выразил свою огромную радость. И Мадхвачарья, у него есть связь с Брахмой, и поэтому мы можем, как мы можем сказать, что Мадхвачарья не получил Мадхура Расу. Это не может быть причиной. И вот этот Гопал, когда пришел Мадхвачарь, он поклонялся Рамачандре, тому божеству Рамачандре, которому поклонялся Дашаратха Махарадж. И кто-то может сказать, что он Рама Бхакта. Мадхвачарь, он написал так много всего. И вот однажды он шел куда-то принять омовение и по дороге написал много стотр о Кришне. И там очень прекрасная татвараса. И так или иначе, другое важное.
Баладев Видибушан, он показал нам связь в Прамея Ратнавале и в других Сиддханта Ратнам. И в книгах, в этих книгах можно видеть, как Мадхвачарья он представил всю эту Сиддханту, чтобы доказать, что у нас есть прямая связь, не только это. Джива Госвами Пад. Он написал Таттва Сандарбху, что я обсуждаю всю эту Таттва Сиддханту Мадхвачарья Вридя Вайшнаваха и представлю согласно его Таттва Сиддханте. Он не говорит, что я игнорирую Мадхвачарью. Нет, никто не говорил так. Ни Махапрабху, ни Рупа, ни Санатана, ни Джива Госвами Пад. Нет, кто? Никто не игнорировал Мадхвачарью. Все говорили, что мы обсуждаем всю татву, которая представлена Мадхвачарьей. И вот в Сандарбхах перед вступлением Джива Госвами Пад пишет об этом, и другое, то, что можно понять, что Рамануджа Сампрадая, они разрушили Майвада Сиддханту. Мадхвачарья, он разрушил, переспорил Майвада Сиддханту, и Нибарка также их Сиддханта, она когда пересекалась с Шанкарачарьей, то их Сиддханта она была превосходнее, но Мадхвачарья более точно, ясно и более тяжело, хотя все ачарьи, они как-то приводят аргументы против Майявады, но все же из всех их Мадхвачарья, он наилучший, кто разрушил Сиддханту Майявады более ясно, более чисто. Он разоблачил всю эту Сиддханту Майявады. И таким образом у нас есть связь с Мадхвачарьей, и нигде нельзя найти, что у нас нет связи с Мадхвачарьей. Когда Мадхвачарья родился, вот это вопрос, несколько мнений есть. И так или иначе, я не буду об этом говорить. И в Паджа-кшетре, в Южной Индии, Паджа-кшетра, такое место от Урупи, не так далеко от храма Ананташвара, это тоже там недалеко относительно. И там место из Паджа-кшетра. Его отец был Нараяна Бхатта и мать Ветбути. И там они долгое время они молились этому Анантешвару. Я не буду рассказывать, как он родился конкретно, просто затрону эту тему. И вот Мадхвачарья, он явился в этом материальном мире в полной радости. Почему? В то время это было Виджая-дашами, когда Рамачандра пересекал океан и начинал свою борьбу с Раваной. Это в день Виджая-дашами, и в тот день он был полон радости. Вся ситуация была такая прекрасная, и Мадхвачарья внезапно родился в день его явления. Махарадж будет об этом говорить более подробно. И перед тем, как Мадхвачарья явился в этом мире, однажды в храме Анантешвара там один преданный, он залез на храм до этого, до флага практически. Если посмотреть на храм Джаганнатха, это высоко
не так просто залезть, но есть какие-то преданные, которых служение менять эти флаги каждый день. И сколько много-много лет никто не упал, не сорвался в процессе залазания и меняния флагов. Но в этой паджак-шатре какой-то этот преданный, как сумасшедший, залез на этот самый верх храма, где этот флаг был. И он начал танцевать на этом кончике, ну, на этом шпиле, если там чуть отвлечься, можно упасть с этой высоты, но он как-то там держался на весу и танцевал, и как Натарадж. И он предсказал сверху, что скоро у нас здесь и в нашей деревне явится великая личность. И вот это было подобно тому, как Анантешвар Бхагаван, он по его воле, да, он сделал такое предсказание, поскольку как бы он смог сам по себе залезть на такую высоту и танцевать там на шпиле. И многие поняли, что это возможно по милости Анантешвара, и Анантешвар, возможно, говорит через него, и они приняли к сведению, что великий Махапуруша, великая личность, он родится. И по милости этого Махапуруша мы всем обретем преданность, чистую преданность, и вся майявада, она будет разоблачена. Это майявада, которая подобна туче, которая закрывает солнце, Чицурью. I can discuss this point of some time. This way, everybody, they were all bound to believe that really so many. So shortly, удивлены, слыша это, и решили, что действительно так будет, раз так случилось. И вот вскоре в этот день Виджайадашами он родился, этот Мадвачарья. Но с самого детства он отличался от всех. Я даже могу сказать, что он Мукша Ваю Аватар. Мукша значит главный Ваю. Есть Пан, Апан, Бан, Саман, Удан. Пять видов. Эти пранаваю, которые поддерживают жизнь в нашем теле, и главный пранаваю, асу его как так зовут. И когда мы дышим, он тоже ответственен за это, наше дыхание. И вот мукша пранаватар. Ханумат, кто он? Те, кто санскрит изучают, они иногда ошибаются, когда они думают, что Хануман — это Нарашабда, но нет, это Ханумат. Вот такой санскрит, очень такой чувствительный язык. Итак, таким образом мы видим Хануманджи Махарадж, Хануман Путраха. Хануман, он пришел, и после этого в Двапара-югу Бхимасен, и сейчас говорится, Анантешвар Бхагаван, он дал наставление Мукхаваю: «О, мой дорогой, иди, и сейчас должное время, ты сейчас должен пойти и организовать всю ситуацию, которая была бы благоприятна для бхакти». И вот по указанию Анантешвара Мукшавая Аватара Мадвачарья явился. Никто не мог осознать, но
нечто случилось однажды после того, получив даршан Анантешвара, Ведавати, это Ведавати, она шла к себе домой через какой-то лес под Джакшетру, и какие-то люди шли рядом, и один из этих ее попутчиков был схвачен этим привидением, и он начал обливать кровью, и этот гост привидение сказал, что те, кто будет иметь связь вот с этим маленьким мальчиком, я не смогу ничего сделать им, но это вот этот человек на Мадхавачаре, точнее нет, это человек, на которого он напало привидение, он не имел никакой связи с Мадхавачаре, и поэтому это привидение поймало его, усилилось в него, но потом по милости этого Мадхавачари, который был ребенком, это привидение вынуждено было оставить тело того человека, и вот он, это привидение было выгнано. И вот Мадхавачарья рос день за днем, и один прекрасный браман, он корову пожертвовал этому ребенку, чтобы молоко мог пить, Капила Гай. Такая корова очень красивая, очень спокойная. И вот Махарадж в Сурьякуде, когда был, там Хари Кришна Прабху один был. И вот он, этот Хари Кришна Прабху какой-то гашал и заведовал, и Махараджа предложил каждый день приходить молоко у него брать, но Махараджа неудобно было, очень далеко это было, и он подарил корову такую Капила Гай. И эта корова очень такая спокойная, не бодается никогда, не... И рога у нее какие-то подвижные. И вот этот браман пожертвовал эту Капилу корову этому Мадхавачарье, чтобы он смог пить ее молоко. И вот эта корова, она... И вот он всегда с коровой. Если где-то ходил, то корова за ним ходила. И вот однажды они куда-то ушли и не пришли. Его мать очень беспокоилась, что, может, там тигр съели ее сына. И потом кто-то сказал, что смотри, вот он танцует там где-то с этой коровой, держит ее за хвост и танцует очень прекрасно. И вот этот Мадхавачарья, он потом, будучи ребенком, он вернулся домой. И вот однажды был какой-то праздник. И опять Мадхавачарья потерялся, никак его не могли найти. И потом отец ходил, искал его, но так и не находил. И дошли они до храма Анантешвара, идя по его следам. И увидели, что он поет и танцует в храме Анантешвара, и спросили, как он пришел сюда. И он ответил, что... Если Господь с нами, то в чем проблема? Он ответил так прекрасно, что Господь сам привел его в этот храм Анантешвара. И таким образом Мадхавачарья, он показал, явил различные лилы. Я о них не буду потом говорить, и так или иначе.
Этот Мадхвачарья, будучи ребенком, он начал изучать вьякарун и прочую грамматику. И начал изучать веды, веданту и прочее. И, но эти учителя были очень беспокойны, что ругали его, что ты тут не учишься, только ходишь, играешь и не слушаешь, о чем мы говорим. И вот этот однажды, этот директор школы очень разгневался на него. Мадхвачарья сказал: «А что у вас там делать-то нечего? Я уже наизусть все выучил». И он начал повторять все стихи, которые изучали, и даже больше, чем нужно. Этот директор школы был очень удивлен и сказал, что учить ваши программы обучения очень просто, поэтому я все выучил и занимаюсь чем хочу. И вот и этот директор школы, он понял, что он не какой-то обычный человек, а Махапуруша. И вот однажды Мадхвачарья, будучи ребенком, он вышел из своего дома. И мать сказала: «Иди, позови своего отца, просад готов». И вот он пошел звать: «О, отец, отец, иди, просад готов». Но отец сказал: «Смотри, я пойду быка покупать. И сейчас я заплачу, и потом приду на просад». Мальчик сказал: «Я сам заплачу». А он подумал: «Чего ты заплатишь? Чего-то ничего нет». И вот этот Мадхвачарья взял в свои руки, подобное Кришне, какое-то зерно, и отдал этому продавцу быка. И были удивлены, как этот продавец быка, так и отец его. Поскольку еще пока он там донес, большую часть просыпал, и этот продавец коровы сказал, и вот отец сказал, что мой сын сумасшедший, не обращай внимания, а продавец коровы быка сказал, что, знаете, увидев его, я понял, что мне больше ничего не надо, поэтому не нужно от вас никаких денег. И вот он пришел к его матери, к своей жене, и сказал, что вот денег мне не хватало, а наш сын пришел, зерна какого-то принес, а этот продавец быка был очень доволен и сказал, что больше ему от меня ничего не нужно, и что и вот однажды этот Мадхвачарья, будучи ребенком, он подрастал Пурнапраге, его звали Вроде, и вот он сказал отцу: «О, отец, и вот у него было, нашел какую-то палку от баньянного дерева, и сказал: «Отец, о, отец, я буду проповедовать Бхактисиддханту, я разоблачу всю Майяваду». И отец сказал, что если это возможно, что эта твоя сухая палка станет большим деревом, то тогда я, может, и поверю, что ты сможешь разоблачить Майяваду. То, что хотел сказать отец, что для этой сухой палки невозможно принять форму великого дерева, и поэтому ты также никогда не сможешь разоблачить Майяваду. А Мадхвачарья сказал: «Почему ты не веришь? Все возможно по милости Верховного Господа». И он воткнул эту палку в землю, и через несколько дней эта сухая палка она приняла форму великого дерева. Так Махапрабху был в Амгате, когда
преданные хотели организовать праздник манго. А где же манго? Махапрабху сказал, сейчас я сделаю. И вот он взял семя манго, поместил в землю, и сразу же начало расти дерево, и она начала плодоносить. И там несколько тысяч манго появилось. И это были такие большие сочные манго, что одним манго можно было наесться. И таким образом, то, что невозможно для, Мадхвачарьи. И вот таким образом отец был очень удивлен, видя его случай, что мы мальчик может делать это тоже, и вот они начали заботиться о нем. Мадхвачарья, он пошел, он принял саньясу, он получил мантру от Вьясадевы. Я расскажу об одном случае, если не затону его, вы можете думать, что что-то тут не так. И вот Мадхвачарья, он посещал различные места паломничества и дошел до Бадрикашрама, получил даршан Бадринарайана и прочих. И в то время это опасное место было. И вот Мадхвачарья дал указание, что вы должны находиться здесь, не следуйте со мной. Я еду на Вьясагуху. They thought he is going to leave body, they are crying all. But when Madhvacharya reaching Vyasagupa, Хамунджачарья пришел из Вьясагуфы, то там Вьясадев Госвами, он вынужден был явиться перед ним. Какая сила явилась и вошла в сердце Мадхвачарьи. How it was possible? Follow? It's not possible. This way, so many advice. И таким образом много наставлений Мадхвачарья дал нам, и сердце Вьясадева Госвами, оно явилось в сердце Мадхвачарьи. This way, Мадхвачарья will come back again, and in Ananteswar temple, I'm speaking. Мадхвачарья явился опять. И вот в храме Анантешва там было Ачюта Прекша. Он принял саньясу. А, точнее. В то время такая саньяса была очень популярна, но не думайте, что Мадхвачарья принял Эк-данда саньясу. Не спорьте. И вот когда Мадхвачарья принимает саньясу трех But in one danda, Prabhupada speaking, in one danda, we can feel the existence of three danda. Kaya, Man, Bhakya, totally dedicated for the exclusive service of Supreme Lord. Be sure. Don't try to put argument. Тарко апатишто. И вот здесь говорится, что Агданда саньяса, она вот в их случае, таких великих преданных, она равна. Саньяс, которая классическая.
И таким образом Мадхва-чарьяса принял Эгданда Саньясу, это пойдет из сочетания Махапрабху, сам Верховный Господь, его Эгдандана. Эгданда Саньяса, она объясняется с разными способами, когда Махапрабху принимает эту Эгданда Саньясу, это значит, что она полностью отдельная. Эгданда значит Ахам Брахмасми. Разве так, когда Махапрабху принял Эгданду, это правильно, что плохого в этом? Ахам Брахмасми. Майвади так говорят, но когда Махапрабху принял эту Эгданда Саньясу, что плохого в этом? Он сам парад парах или что? Он причина этого безличного брахмана, и многие не могут видеть его. Кришна говорит в Гите брахмана. Он говорит, что я коренная причина этого безличного брахмана, и поэтому почему мы спорим? И это имеет отдельное значение. Но когда мы находим кто-то из нашей гурварги, принимает Эгданда Саньясу, не нужно спорить с этим. Шрила Прабхупада и Бхактивинода Такура говорит, что будьте уверены, что их Эгданда, вы видите Эгданду, одну данду, но в этой одну данде, в три данды уже находятся. Какая манувакья. И таким образом Мадхвачарья, он принял Саньясу, то Ачюта Пракша. И однажды этот Ачюта Пракша, он читал книгу, и Мадхвачарья, он сидел там, и за какую-то часть секунды Мадхвачарья обнаружил 32 дефекта. Как ты столько недостатков обнаружил? И он ответил, что вы вот говорили об этом, читали это, я 32 недостатка обнаружил. И впоследствии Ачюта Пракша был вынужден открыто заявить, что этот Ананда Тиртха, он имеет очень обширное глубокое знание, больше, чем я. Он открыто заявил без всякой зависти. И он сказал, что следуйте ему, он прекрасный ачарья, он знает значение Вед, Веданты, Упанишады и прочего. И вот с тех пор он принял решение объяснить значение Вед, Веданты, Упанишад, Бхагаватам и прочего, прочего. И люди были очень впечатлены, настолько прекрасно, настолько сладкое объяснение всех шастр. И таким образом Мадхвачарья, он начал проповедь. Его проповедь, она разоблачила Майаваду. Это основа Майавады. И вот этот Мадхвачарья, он разоблачил всю Майаваду. Если он встречался с каким-то Майавади, он разоблачал его подобно. Он подобно тому, как камень разбивается в пыль, и утверждал превосходство бхакти, чистой преданности. И из того, что написал Мадхвачарья, можно видеть чистую преданность. И хотя чистая преданность в Гауди Сампрадае более фильтрована, более тонка, чистая, значит, они. И вот что они говорят, они вишнататва у них наивысшая считается, а в нашей Гауди Сампрадае Кришна, но так или иначе, то, что мы говорим Вишну, вот в этой шлоке, например, где Вишну, почему в этой шлоке по Расататву Вишну? Здесь Вишну — открытый термин. Вишну значит Кришна. Иначе в Расалиле почему
Вишну упоминается, чтобы показать, что вездесущий Верховный Господь, Он Вишну. Расалила значит, кто-то может думать, что это какой-то танец мужчины и женщины. Гурупад Падма говорил, разве знаете, что это какие-то танцы Расалила? Нет. Гурудев так говорил, он спрашивал. И поэтому здесь слово Вишну, Шукадев Госвами, он использует этот термин, чтобы дать вам прямое чувство. Смотрите, это вездесущий Верховный Господь Вишну. Если вы посмотрите на небо, бесчисленные браманды, он Вишну, он коренная причина всего. И не совершайте никаких ошибок, не сравнивайте свою жизнь с Кришной, это просто глупо. Вы хотите соревноваться с Кришной, вы знаете, кто такой Кришна, в чем суть Кришны, почему Шри Чайтанья Махапрабху явился, чтобы доказать, что это причина, ради которой Кришна совершал эти лилы. Не думайте наоборот, иначе это станет причиной вашей смерти. И вот Парад Паракилеша Шри Кришна Атмарам Атмакам, он не совершенно не заинтересован ни в какой каме, ни в каком вожделении. Какая кама может быть в Кришне? Он Атмакам Атмарам. И тот Кришна, он все же является своей лилы с преданными в своей сарупшакте, чтобы утвердить наивысшую расу сиддханту, чтобы у нас была возможность почувствовать, я могу служить, чтобы у нас тоже была возможность служить Кришне так или иначе. Шрила Прабхупад с тяжелым сердцем говорил, что люди с Южной Индии до сих пор они не понимают настроение Кришны. До сегодняшнего дня они заинтересованы только в Лакшми Нарайане или в Раме и Сите. Они думают, что это авторитетно, а лила Кришны не законно. Шрила Прабхупад плача говорит об этом, что до сегодняшнего дня эти люди с Южной Индии не понимают, кто такой Кришна. Они совершенно не заинтересованы в Кришне. Они думают, что Лакшми Нарайана — это высшее, что может быть, что у Кришны какие-то не внебрачные связи с кем-то, и это плохо. И вот они не понимают величия Кришны, они думают, что Кришне можно служить только верхней частью тела. Шрила Прабхупад говорит, что эти люди с Южной Индии, они настолько глупы, что думают, что можно служить Кришне только верхней частью тела, а нижней невозможно. А почему? Все это чинмай лила, она вся трансцендентная. Там нет никаких каких-то скверных, грязных вещей. Когда Шрила Бхактивинода Тхакур обсуждал Брахма Самхиту, он выражал чувство, он выражал свое чувство, он говорил: о, люди, не пытайтесь понять правильнее, когда я говорю, я вынужден использовать какие-то материальные термины, но не думайте, что это что-то скверное. Я вынужден говорить, это какой-то технический термин, и не нужно обижаться на них. Если у вас оскверненный ум, как-то считает эти технические термины какими-то скверными словами, то это только ваши проблемы. И Мадхвачарья, нельзя сказать, что Рамануджачарья ничего не знал, и Мадхвачарья ничего не знали о Расататве, поскольку это они, это Ашта, вот эта мантра, которая полна раса, она Ашта Дасакшар мантра, которая полна раса, она есть в их сампрадае, и как можно сказать, что они ничего не знают о Расататве, но все же Мадхвачарья сделал так, чтобы он до определенного уровня проповедовал и
не выше, как, например, какая-то научная работа, какой-то ученый делает до одной степени, потом приходит другой ученый и продолжает исследования с того уровня, на котором остановились предыдущие исследователи. Даже в Индии так происходит, если мы хотим исследовать какой-то объект, если мы квалифицированы, достойны, то нужно изучить, что изучили предыдущие ученые, и потом продолжать с их места, на котором они остановились. И вот Мадхвачарья был, да, пока получил наставление от Кришны, что ему нужно сделать только до вот определенного уровня. И потом последующие ачарьи, они продолжили его дело. И вот таким образом Мадхвачарья, он был настолько могущественным, он полностью разоблачил основание Майявады. Мадхвачарья, он настолько могуществен, и однажды Мадхвачарья, он пошел принять омовение в море, в океане, и какой-то корабль застрял там. Там отлив, видимо, был, и на мели корабль застрял. Там какой-то торговец плыл назад вместе со своей командой, но где-то в Двараке, он в Двараке был, там Гопи Чадан какой-то взял, поскольку Гопи Чадан они взяли для балласта, чтобы не опрокинулся их корабль, вот в качестве балласта из Двараки взяли Гопи Чадана, чтобы впустую не плыть. И вот их корабль застрял, и вот они увидели на берегу Пурнапраги Мадхвачарья, он совершал свой баджан, они начали молиться ему, как-то показывать, что мы тут застряли, помоги нам. И Мадхвачарья показал мудру, какую-то мудру. И этот корабль сразу же переместил смели в нормальную воду, и вот они очень обрадовались и решили как-то отблагодарить этого Мадхвачарью, какой-то подарок ему дать, но ничего не надо было, они сказали, что у нас тилок есть, и вот они этот огромный тилок кинули ему. Мадхвачарья одной рукой его поймал. И этот Гопи Чадан разломался, и внутри оказался Гопал. И вот он взял этого Гопала, обнял, и в Урупи ему поклоняются. Вот у Махараджа фотография есть в книге, в чем сомнение Мадхва Гауди Сампрадай. Вот лет 10 назад они на Бенгале были опубликованы. На английском было. Было, надо опубликовать. И вот Махарадж видел Нарайан Махараджа в Йога Питхи, там ему дал вот эти четыре книги, которые были опубликованы в тот год. И вот одна из книг, в чем сомнение Мадхва Гауди Сампрадай, поскольку некоторые сомневаются, в чем сомнение нашей связи с Мадхва Сампрадай.
И вот если мы будем жить еще несколько лет, то попытаемся перевести. И вот Мадхвачарья, он вот этого Гопала привел в Урупи. Там был он установлен, Абхишека совершена и все прочее. И Шрила Прабхупад объясняет, что Мадхусудан Пад с Вриндавана, они когда были в Урупи, у них есть 8 ачарьев, 8 храмов, 8 ачарьев. И Гопал там, и вот согласно их письму, Шрила Прабхупад сказал, когда они дошли до этого храма, эти ачарьи, они танцевали вокруг Гопала. И также они говорят, что у них нет мадхурасы, и как это понять, как иногда случается, что какие-то люди отклоняются от учения Гауди Матха, и нельзя говорить, что если они отклонились, и то, что они делают, это то, чему учил Махапрабху, это нет, совершенно не так. И можно видеть таких сахаджи, которые заявляют о себе, что они из Гауди Сампрадая занимаются вещами, которые полностью противоположны. И вот Шрила Прабхупад говорил, что они там танцуют, подобно гопи, вокруг этого Гопала. И как можно сказать, что у них нет гопи бабы? Это не так. И вот, может, они потеряли связь, поскольку Южная Индия там предоминирующий фактор – это Кармаканда и Майявада. В Южной Индии даже до сегодняшних дней они верят с мартом во всем этим правилам и предписаниям, а чистой преданности там нет. И кто утверждает, что у Мадхвачарьи нет чистой преданности в его сердце, кто-то говорит, что он Брахму ставил на наивысшее положение и что-то еще. Но это только слова. И поэтому Мадхвачарья, может, он хотел скрыть это, как и Шанкарачарья, он хотел скрыть это бхакти, но в итоге он начал говорить о бхакти и Мадхвачарья. Где-то в каких-то книгах он пишет, что там может быть видно, что он не одобряет Расалилу и прочее, но Джива Госвами Пад говорит, что Мадхвачарья, если бы он не признавал величие Расататы, почему он такое огромное значение уделял, видно, что-то там недоговорено. И вот почему мы принимаем Мадва Гаудия, почему мы принимаем Мадхвачарью, у нас есть связь с ним, поскольку Бхактивинода Тхакур пишет вот такие слова. И вот здесь можно найти один, вот есть 9 прамей и 1 праман. Пытайтесь понять объект. Мы хотим доказать, и 9 точек зрения мы доказываем что-то одно. Прамея — это то, что должно быть доказано, и различные аргументы сиддханта, они приводятся, чтобы доказать это абсолютно, это прамея. А браман — буквально доказательство. Прамея значит, это то, что нужно доказать. И вот
И вот все Веды, Шрути, через нашу наставническую преемственность, они приходят к нам как авторитетные свидетельства, доказательства. Без Шраута Панхи мы не заинтересованы слушать о чем-то. Если мы слушаем что-то от настоящего саду, то вскоре мы поймем, что кто-то говорит ложь. Кто-то нет, кто-то говорит сиданту, кто-то нет. Если вы по-настоящему слушаете, то вы поймете, а если нет, то кто может помочь вам в вашей жизни, если вы примете какого-то обманщика за святого и наоборот. И вот Амная Веда, Веда. Веда значит Шрути. И вот Шраутапанта. В Шраутапанте наставническая преемственность. Мы получаем свидетельство. И вот здесь мы находим Веду первое и второе. То, что Кришна, Он наивысшая татва. Кришна Прама, она в последнее будет доказана. И потом Хари ми о сарвасактим расадхим. Хари ми, амин. Хари это открытый термин. Хари сарвасактим расадхим. All infinity power. И вот Хари, он бесчисленная сила, она бесконечная сила, она находится в этом Хари, в Кришне. В тот день я говорил. Вот об этой шлоке Махарадж говорил. Все Веданта сутры здесь, все Веды, все эти шрути, они эти молитвы возносят Бхагавану, который спит в йога-нидре, и Веданта Шрути, они возносят эти молитвы, они говорят открыто о Господе. Когда все твои шакти, они входят назад внутрь тебя, то можно видеть, что нету лилы, нету творения. Но когда ты опять проявляешь свои шакти, поскольку что значит творение, что значит лила? Это подобно игре с шакти и шактимана. И тогда можно лилу видеть. Творение – это тоже лила шакти. И вот здесь аджам, аям. Аджам значит… Without milk, sigo. You can I can explain something. So detailed explanation. Каза, каза без молока. There are some so secret meaning all there. И вот некоторые слова очень такое глубокое значение имеют, некоторых слов словаре нету. Как вот Джагавастан. Это значит, что какая-то. Ну, что есть какая-то такая коза без молока, просто у нее какие-то наросты на вымя похожи. И вот когда вся шакти-татва Бхагавана, она входит внутрь, как я в прошлый раз говорил о пауке, который очень похож на Господа, поскольку он из своей слюны делает паутину,
вешает ее, плетет, а когда она не нужна, он опять ее поедает. И когда нужна, опять из себя же ее производит. И вот шакти, внутренние, внешние энергии Господа, можно их в процессе их взаимодействия, различные лилы происходят. И если они не взаимодействуют, а входят опять внутрь Господа, Господь отдыхает в это время, и вот Господь являет различные лилы и Мадхвачарья. Он до одного уровня показывает нам Махапрабху. Он явился и много вещей, прекрасных вещей о Мадхвачарье. И сейчас я уже сказал о Амнае, о Праманах. Все шакти, вся энергия, сарва-шакти, расадди, это океан бесчисленной расы. Випхинамшаджива. Те маленькие души, випхинамши, они вынуждены попадать под влияние Майя, она одолевает их. Вот если они развивают бхава, бхакти, то тогда они могут избавиться от влияния майя. И это тоже возможно по милости гуру и вайшнава. Благодаря саду санге, что и благодаря саду санге мы можем обрести любые ситхи, даже Кришна прямо. Вся Ачинтья Беда, Беда Таттва, она взаимосвязана. И саддана. Мы должны совершать саддану. Садья. Вот говорится. Кипакури. Махапрабху говорит. Кипакури рай кохот кохот упай. О рай махашай. О рай махашай. Саддан бина кехо нахи пай. Садда восту. Мы не можем достичь цели без баджана. И поэтому, Рай Рамананда, скажи, какова же садхана, каков путь? Кришна Прама – это наивысшая цель. Это то сокровище, которое мы должны достичь в своей жизни. И таким образом, девять Прамеев и один Браман, Кришна, он наивысший. И вот еще я хочу сказать, Сиддханта Мадхвачарья, здесь я тоже могу показать, она немного отличается, я вот записал. Nayam Ritokas Vyasaraya Siddhanta. What is the Siddhanta of Madhvacharya? He writing. Si Madhvamate Harihi Paratam. And Satyam Jagat Taktato Vedo Jeeva Ganaha Hare Ranucharaha Nichoccha Bhavangataha Muktir Nijo Sukham Bhutir Ramala
Бхактища тат саданам, мокшади, мокшади титраям, праманам, ахила аннавейко веддхарихи. Almost said, only Madhva openly speaking of Vishnu. Только Мадхвачарья открыто говорит, что Вишну – наша цель. Здесь тоже Ачинтия Беда Вида есть, но в таком скрытом состоянии. Джусо, джусо, старо, камманчо, тешам, макшам, вишнун, рилахам, тадамала, хайанам, тасахетум, праманам, пратикхади, трайон, трайончети, уподешити, харихи, кришна, чайтан, чайтанашам. Сочетание Махапрабху, после того, как вернулся с Питха Мадхвачарьи, он так говорил, и первое, это то же самое, только немножко другое представление, кто это написал. Наямритака. И вот Сиддханта Мадхвачарья и Вишну. Мы говорим Кришна Парататва. И Махарадж говорил этому же о том, что говорит Гауди Сампрадая, а Мадхвачарья говорит, что Вишну – это Парататва. Вишну можно узнать через Веду, Веданту и прочее. Третье – Вишва Саттва. Шанкарачарья говорит, что этот мир ложен, но нет, он временен. Джива Вишну, Джива не отличен от Вишну, но также не отличен и не отличен. Это то, что Махапрабху исправил. А Мадхвачарья говорит, что Дживы отличны от Вишну. Все дживы – вечные спутники, они и должны они служить Господу. Дживы – есть два вида джив – нитья мукта и нитья бхатха. Мадхвачарья также говорит, и у них есть разница какая-то, различия. Различные виды джив. И Мадхвачарья также говорит то же самое. Таратама то, что разные дживы. Четан значит ичха, гьяна, крия и ичха, гьяна, карма, все. Какая-то особенность должна быть с сознанием, иначе если все читаны одинаково, неподобные материи. Какая-то особенность должна там, это, в этом некая разница его с Сандхана Госвами также говорит. И вот седьмое Мадхвачарья говорит, Вишну подмазана, да достичь, чтобы Вишну – это мукти, а Гаудия говорит более научно. То же самое, но более научно обрести лотосные стопы Кришны – это наивысшая цель. Что такое мукти? Согласно Гауди Сампрадая, мукти. Вот в этой шлоке. И вот восьмое. Дживе мукти карана – наивысшая цель. Дживе – это обрести любовь к Кришне. И вот для этого они должны совершать баджан. Вы должны совершать апракрита баджан. И Махапрабху то же самое говорит. Здесь Махапрабху говорит Сиддханта Мадхвачарьи также. И до этого я говорил, Бхактивинода Такура сказал, что Махапрабху – это главный представитель
Бхактисиддханта Такур, он главный представитель Махапрабху. И вот это. И вот в этом то же самое, и как можно сказать, что у нас нету, мы не находимся в линии Мадвачари просто на основании каких-то мелких разногласий, а все остальное, но все совпадает. Если у вас есть какие-то сомнения, я могу объяснить, почему Мадвачарья сделал что-то так или иначе. И вынужден был сказать что-то так или так. Но это не значит, что мы не находимся в линии Мадвачарьи. И Мадвачарья, он ждал, может, в каком-то ближайшем будущем Шичитани Махапрабху явится и организует распространение этой прамы. Он открыто не поддерживал, но то есть этот Мадвачарья, он открыто может как-то не поддерживал, но сердцем был полностью за Махапрабху. И в Нимбарка Сампада и тоже какой-то Радхакришна Баджан есть, Вишну с вами, там и Симхадев, но все же они. И Шри Сампада, там Лакшми Нарайна, но. Но они тоже признают это. И Джива Госвами Пад, он ясно объясняет, поскольку Рамануджа Ачарья был вынужден сказать, что Нарайна, он наивысший, и из Нарайны Кришна появился. И сейчас можно подумать, как это, разве Рамануджа Ачарья не знает Татва? И, ну, смотрите, каждый из своего Иштадева поклоняемого Господу хочет представить наивысшим. Это не значит, что Рамануджа Ачарья был глупцом, нет. И он явился в этом материальном мире, чтобы совершать такое служение до того уровня. Он и объяснял. Его задание было достичь такого уровня и на нем и объяснять, когда Рамануджа Ачарья говорил, что Нарайна наивысшая татва, что плохого в этом Кришна, он мул Нарайан. Брама говорит в своих стути, что ты мул Нарайан, о Кришна. И Рамануджа Ачарья говорит так, но мы не понимаем секрета этого. Мы говорим, Джива Госвами Пад, он хотел доказать, что и наивысший, что наивысший татва, но смотрите, наивысший татва Кришна, из Кришны все исходит, не из Нарайны, но если мы думаем, что Кришна это мул Нарайн, то все правильно, и можем увидеть гармонию. Как в Брахмастуте, например, он говорит, что ты Мула Нарайн. Кришна говорит, что Кришна, он изначально Нарайна, и все Нарайны из него исходят, и поэтому, если с этой точки зрения смотреть, то правильно говорит Рамануджа Ачарья. Если наш поклоняемый Господь Рама, то есть в Айодхью пойти, то там все признают превосходство Рама. Если кто-то скажет, что Кришна выше, то они оспаривать будут. Мы знаем, что татва, она едина. Я уже сказал, когда Тулсидас, он совершал свой баджан во Вриндаване. И его баджан был настолько прекрасен.
что Кришна Бхагаван, он явился перед ним. Он вынужден был явиться перед ним, улыбаясь, он смотрел на него, а Тулсидас сказал: «О Господь, я очень счастлив, что ты пришел, чтобы даровать свою милость мне, но мог ли ты прийти в форме моего поклоняемого Господа, в форме Рамы? Я знаю, что ты, Кришна, не отличен от Рамы, но я хочу видеть Раму. Разве Тулсидас глупец? Нет, но его поклоняемый Господь Рама, и поэтому он попросил Кришну явиться в форме Рамы. Но это не значит, что Рама наивысший. Все они аватары Господа, они наивысшие, но Кришна, он коренная причина их всех. Из Брама Самхиты мы из Брамы, от Брамы получаем такое доказательство. То, что Брама видит, он описывает в Брама Самхите. Брама Самхита – это документ, данный Брама, и поэтому Махапрабху был очень счастлив, когда он получил эту Брама Самхиту, он был счастлив, видя эту книгу, и Кришна Акранамриту – это два сокровища Махапрабху принес с Южной Индии, чтобы дать нам такой дар. И до сегодняшнего дня это Гауди Сампрадая, одно из наивысших сокровищ первое. А Раса Татви в Мадхуре через Кришна Каранамрита, описанная Билвангала Такурам и другая. Если вы хотите узнать, как вас седант, вы должны изучать Брама Самхиту. Там много этих глав, но нам пяти этих глав достаточно, это более чем достаточно даже. И вот там в этой шлоке говорится, что Говинда Мади Пурушам Тамахам Баджами. И почему мы подозреваем что-то не то. Брама, он видит и описывает. Брама, он видит Галока Вриндавану, Кришну, его спутников, его лилу, его великолепие. И как можно можно не доверять Браме? Как можно сказать, что Равануджачарья что-то не знает? И кто-то не доверяет Мадхвачарье, как это возможно, мы не должны так делать. Если у нас есть преданность, посвящение, тогда мы почувствуем и увидим гармонию во всей этой седанте. Не нужно спорить. Эти аргументы не могут убить нас, и мы не сможем находиться на пути баджана. Это очень опасно. И вот смотрите, и завтра день ухода Рамануджачари. Я попытаюсь что-то сказать о его славе. Джанано, Гору Чандо, Свайм Са, Ванча Калпатару, Секи Пасхинда Гавиша, Патитану Павна Гавиша, Джанано.